искал, кто шил. И все были дружные и очень-очень рады всем, что они были все вместе. Раньше люди не были такие, как сегодня. Но мы сегодня собрались тут, чтобы вспомнить те былые времена, которые были раньше. И самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, это дружба. А дружба – это часть жизни. Жизнь прожить, не поле перейти. Вы видите, сегодня мы тут собрались и накрыли стол красивый. И на этом столе есть все, что душа пожелает. Все сегодня, очень все люди, которые пришли сюда к нам, все какую-то частичку принесли с собой. И на этом столе есть и голубцы, и вареники, и хлеб из печки, и холодец. И все, и брынза овечья, и варзари, да, варзари с вишнями. В основном, дорогие гости, люди в годах, заслужившие авторитет своим многолетним трудом и любовью к родному краю. Все они почетные жители села, отдавшие свою молодость, силы и умения процветанию села. Многие из них еще трудятся на благо своих семей тем, что охраняют традиции и обычаи, связывая невидимые нити прошлого и настоящего, без которого не может быть и будущего. Сегодня у нас присутствуют люди, которые работали во всех отраслях, и в колхозе, и в школе, и на ферме, и в культуре. И я хочу поблагодарить всех жителей села, которые смогли сегодня прийти. Мы пригласили очень многих людей, но пришли некоторые. И мы очень рады, что хотя бы вот эти жители пришли к нам. И мы хотим, чтобы сегодня глава администрации поблагодарил всех. Уважаемые посельчане, уважаемые гости. Знаете, в селе Стройнце мы проводим много или мало, но я считаю, что достаточно мероприятий, приуроченных к различным датам, и зимой, и весной, и летом, и осенью. К сожалению, на наше мероприятие приходят, конечно, многие жители села, но, скажем так, более взрослое поколение, более, не хочу сказать, старое поколение, оно не очень подходит, ввиду того, что есть проблемы со здоровьем, с другими вопросами и так далее. Поэтому сегодня, с одной стороны, это очень приятно, что здесь мы больше приурочили внимание того, чтобы отдать определенную честь, определенную хвалу той категории жителей села, которые когда-то работали в колхозе 50 лет назад, 60, если есть такие, но 30 и 40 это 100%. Естественно, у нас жители села работали не только в колхозе, на поле. У нас есть и жители села, которые работали в сфере культуры. Вот. Все мы очень хорошо знаем Тамару Алексеевну, которая всю жизнь работала в библиотеке. Также мы очень горды о том, что у нас жители села, которые сегодня есть, которые работали в школе. Вот, к примеру, Юлия Гавриловна, Нина Ефимовна сегодня есть. Конечно, мы пригласили еще и Тамару Григорьевну, и Аллу Сеславовну, и Раису Искандаровну. Или они подойдут, или есть какие-то вопросы. Также мы очень рады, что наши уроженцы села работали не только на территории села, на различных организациях и учреждениях, но и в других селах, в других городах. Например, у нас есть вот Замыслаева Лидия Ивановна, которая, знаем мы не только жители села Стройнце, но я думаю, что минимум это все жители Рыбницкого района и города Рыбницы, потому что, если меня не изменяет память, то стаж работы более 50 лет. Так ли я? 54. Поэтому у нас так сегодня сложились обстоятельства, что даже многие молодые поколения даже не знают о том, а если и знают, то через 5-10 лет даже не будут знать, что когда-то на территории села был когда-то колхоз. И не знали о том, что когда-то швец Акулина Михайловна даже не будут знать, что на таком примере когда-то люди жили и работали и прошивали на Армавичком и в колхозе, где проработали там по 40-50 лет. Или
те же доярки, как вот Лина Иосифовна или Ольга Дмитриевна и так далее. То есть, к сожалению, мы сегодня должны те... История, она у нас на глазах происходит. Поэтому на территории села, вот жители села, которые трудились в различных сферах, они награждены и орденами, и медалями. То есть их труд когда-то был оценен очень высоко государством. И поэтому сегодня жители села, особенно молодые, они должны на примере данных жителей хотя бы знать, что вот такое есть. Я не хочу сказать, что на сегодняшний день молодое поколение не работает, но очень трудно сегодня молодому поколению представить или дать ему сапу, и чтобы он каждый день прошивал на протяжении 30 или 40 лет. На сегодняшний день, скажем так, мало кто знает у нас даже историю колхоза. Историю колхоза, историю всех различных организаций, которые есть на территории села. Было время в 60-х годах, когда считалось, что село Строенце является бесперспективным селом. Было такое. С 64 года по 68 год в селе Строенце не было сельского совета. Объединили его с Белочей, был один сельский совет, потому что село Строенце было так приравнено или дан такой статус «неперспективное село». То есть, что значит неперспективное село? Сначала убрали сельский совет, потом через пару лет было такое в планах объединить школу в селе Строенце вместе с Белочинской, чтобы создать русско-молдавскую. И если это произошло бы на по истечению там 10, 15, 20 лет, то я вам сегодня гарантии даю, что мы бы здесь с вами не стояли. То есть село Строенце действительно было бы перспективным селом. Поэтому в 68 году все-таки в селе Строенце появился собственный сельский совет и сформировался КСП, то есть не КСП, а колхоз Днестровский. И был избран председателем колхоза Мельник Анатолий Григорьевич, который проработал до 1974 года. Естественно, в это время были заложены все основные материальные ценности, которые есть и сегодня в бывшем колхозе. В это время же было построено на территории села Дитум, культуры, и основные коровники, и свинофермы, и фермы. Вы все очень помните, потому что меня в 68 году еще на свете не было. Естественно, поэтому мы сегодня здесь собрались, и сегодня здесь мы сегодня приурочили вот такую тему к данному мероприятию, которое подготовил музей села Строенце, потому что это история, и поэтому мы должны знать, и мы должны видеть, скажем так, наших местных героев в лицо, потому что, к сожалению, их не так уж много и осталось, а тех и осталось, мало кто об этом помнит. Естественно, мы сегодня хотим поблагодарить всех жителей села, которые активно участвуют в различных мероприятиях. Вот последнее мероприятие, которое у нас было, на этой же неделе. Помните, что 7 июля это был большой религиозный праздник, Рождество Иоанна Предтечи. У нас рядом с селом есть монастырь. Там был крестный ход. Естественно, для проведения данного крестного хода нашего села заявили желание некоторые жители помочь данному крестному ходу. И что мы в дальнейшем будем делать различные мероприятия, не только здесь, не только приуроченные там к культуре или еще к чему-то. Но мы вас призываем для того, чтобы вы явились и нами на другие мероприятия, особенно по благоустройству села, проведение различных субботников и так далее. Нам не нужен ваш труд, но нам нужно ваше присутствие. Ваше присутствие для того, чтобы вы присутствовали, чтобы вы видели, чтобы вы молодежь как-то скорректировали свои действия, направили, посоветовали чем-нибудь и так далее. Поэтому хочется вам пожелать в первую очередь здоровья, потому что в вашем возрасте здоровье это и в нашем возрасте, но хочу вам сказать, что когда года более преклонны, то тогда лучше понимаешь его значимость и то, что она бесценна. Поэтому здоровья вам, долгие лета и всего наилучшего. И давайте будем отдыхать здесь, присутствовать здесь и дегустировать то, что вы сами здесь и принесли. И любоваться природой, потому что она у нас очень красивая, отсюда вид очень красивый. Поэтому хочу вам сказать, что не все из вас уже по несколько лет даже в этом месте не были.
Поэтому давайте здесь еще чуть побудем. И... Да. Так. Латор, ламплетит, латор, кантрискенчко, дар актуалы, фрумос, любим, к молдовени, к сестринглам, коз де масса, плинклад, коз де масса, кинта, а шаши ной. Сверки. Даша, винек, идет, да, да, Yeah.
праздники, на сегодняшнем празднике в селе Строенцах, на празднике Петра и Павла, только стартовала бригада по сбору урожая. Это был первый день, когда выходили все в поле и начинали собирать хлеб. Сегодня у нас присутствуют все, да, вот вы расскажете, что в этот день мы делали плаценты, так как и мы старались делать плаценты. Ну, резали кабанчика обязательно и провожали жены своих мужей на уборку урожая. Это был красивый обычай, очень красиво, очень эмоционально, потому что хлеб всему голова, и с этого и начиналась жизнь в каждой семье с кусочка хлеба. Я сегодня хочу рассказать об этих людях. Я родом не со Строенцах, но когда переступила в 70-е годы, первый шаг сделала в Строенцах, настолько эта природа и эти прекрасные люди обняли меня и приняли как за своего ребенка, будучи молодым специалистом, что я не хотела повернуть голову назад и сказала: нет, я здесь останусь навсегда. И я осталась уже на протяжении более 40 лет, проживаю в этом селе. И знаю все об этих людях, которые меня полюбили, и я их. Это село прекрасно еще благодаря у нас есть, сейчас находится в Москве, Паскарь Петр Андреевич, которому мы очень, жители села, благодарны. Он бывший премьер-министр Молдавии. Он так помог благоустроить наше село, он так любил это место, что, по-моему, в районе первая асфальтированная дорога была в Строенцах. Первая самая красивая школа была в Строенцах. Первый самый красивый торговый центр был в Строенцах. Первый самый красивый дворец культуры, который сохранен до сих пор, был в Строенцах. Поэтому он сейчас далеко от нас, но эти дети, которые сидят вместе с нами сегодня, даже тот малыш, который еще должен родиться, он все равно запомнит, мама расскажет, что вот такой человек, который родом из села, и он, уезжая и имея возможности, он сделал все для жителей. Я помню, как построили школу за 9 месяцев. Мы учились на заставе, была школа. Но там все говорили: не иду в школу, а иду на заставу. Поэтому было принято решение построить школу. И построена была прекрасная наша школа, которая красивая до сих пор. Детский сад — это было последнее уже, потому что уже были 90-е годы, он уже на пенсии, но все равно помог как смог. Но люди за это ему очень благодарны, помним, ценим и будем ценить. И мы все вместе стараемся беречь все это, ценить. И, наверное, наши уже после нас, наши будущие тоже будут ценить, потому что даже если присутствует один ребенок на этом нашем посиделках, все равно будет передавать, что вот тогда-то, в том-то году я с бабушкой была там в беседке, и там говорилось о том, о ком и так далее. И я начну сегодня с наших прекрасных доярок, так как находится она на краю. Ротаренко Елена Иосифовна, Муцура Валентина, Сюрис Ольга Дмитриевна. Вот эти три женщины, они... Весь трудовой стаж это было молочно-товарная ферма. Я помню, когда Тамара Алексеевна, вот Капроренко, она была председателем, руководителем агитбригады. В то время все делалось для того, чтобы эти люди не были от общества отделены, так как они вставали рано в 4 часа, заходили в дом в 10 часов. Им было трудно, но нашу интеллигенцию... Как мы готовились, учителя, Дом культуры, агитбригада. Мы выступали у них перед ними. И вы знаете, какая красота и чистота была тогда на ферме. На окошках цветочки, на улице розы. Они, у них санитарный день. Ну расскажите, пожалуйста, Лена, когда у вас был санитарный день? Санитарный день был каждую среду. Мы должны мыть аппараты.
разобрать, помыть их, чистить коров, побелку делать и заодно и доить коров. Но зато было так красиво, так чисто. Делали все с любовью. Все успевали. Делали все. Кормили нас, молочко, всех детишек, всех жителей села и не только. Мы сегодня говорим вам большое-большое спасибо за ваш труд, неустанный труд, скажем так. Они, кроме того, что были доярками, они были и как родителями, мамами, имели детей, внуков, которых за ними ухаживали. Они хорошие хозяйки все время. Так, у нас еще там сидит наша Мария Терентьевна. Это наш багаж, который... впервые в селе делала типа на поле, там был огород лучше всех в районе, теплицы. Моя Терентьевна, так было? Так, помним, помним всегда, самый лучший огород был Марии Терентьевны.